Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Чёртова собака разнесла это место до самых нижних уровней. Чёрт, мне нужно возвращаться. И быстро. Но я в ловушке. Я знал, что тут что-то рушится, но... Значит, ты и есть посторонний? А, прекрасно. Я впечатлен. Как я и думал, ты оправдал мои ожидания, Гару. Я знал, что ты выживешь. Я счастлив. Значит, эта штука может передвигать объекты на расстоянии? Способности телепата? Гёро-Гёро, ты послал своих тупых громил за мной. Все это... твоя вина. А теперь-то что? Не могу пошевельнуться. Не пытайся сопротивляться. Это бесполезно. Он довольно хорошо развился за столь короткий промежуток времени. Я уже едва узнаю его. Эй! Сейчас же завязывай с этой херней. А не то... Давай немного поговорим. Уровень угрозы. Дракон. Гёро-Гёро. В нынешнем своем состоянии ты все еще полумонстр. И несмотря на тот факт, что ты пока не стал полноценным монстром, тебе все же удалось выдержать удары тепловых лучей бродяги. Общая сила твоего тела определенно продолжает развиваться с ужасающей скоростью. Но пока что этого не совсем достаточно. Я же, однако, собираюсь вырастить из тебя сильнейшего монстра на всем свете. Ты? Вырастить меня? И что, собираешься обучить меня телекинезу? Или еще какой-нибудь подобной херни? Нет, я не буду обучать тебя эсперским способностям или каким-нибудь боевым искусствам. Скорее, это будет... секрет монстрификации. Я ускорю твой рост как монстра. Выражаясь простым языком, ты должен преодолеть свою смерть как человека множество раз. Однако, это приведет к огромной нагрузке как на твое тело, так и на разум. Может, это и звучит просто. Но на деле все гораздо сложнее. Ты быстро распрощаешься с жизнью. А если даже тебе удастся выдержать это, твой интеллект дегенерирует, а твой рост остановится. И ты попросту станешь самым рядовым монстром. Это довольно частое явление. Самый важный фактор в этом деле – заставить человека испытать сущий ад,
но при этом подходящий ему по уровню. Звучит так, словно ты провел кучу опытов, чтобы прийти к этому заключению. Кучу? Это даже близко не то слово. Я испытывал этот процесс на людях и монстрах столько раз, что уже потерял им счет. Действительно, я смог разработать средства, трансформирующие людей в некий вид квазимонстров. Но, к несчастью, я лицезрел лишь посредственное развитие врожденных способностей каждого из них. А дальнейшего роста мне увидеть так и не удалось. Как же сильно мне хотелось найти способ пробить лимит роста. Я скармливал монстров другим монстрам, производил переливание крови, пересаживал клетки и заставлял их спариваться друг с другом, причинял им боль и вводил в стресс множеством различных способов. Усиливал их злобу и ненависть. Я сделал все, что приходило мне в голову. И даже больше. И в ходе всех моих исследований я наконец открыл, что перейти на следующий уровень можно, лишь преодолев смерть. И если повторять этот процесс, объект продемонстрирует невиданную силу и рост. И все же, хоть я и приближался к желаемому со множеством подопытных, большинство из них трагически погибали, не успев достигнуть драконьего уровня. Но пока гора неудачных экспериментов все продолжала расти, я наконец достиг успеха. Прошу прощения, не могли бы вы уделить мне минутку? Вы ведь начинаете терять связь со своей человеческой стороной, верно? Именно. Даже сейчас вы готовы вот-вот впасть в буйство. Это был лорд Орочи, король монстров. Однако ты обладаешь потенциалом, что может превзойти даже его. И в результате твоей битвы с королевским потрошителем тебе удалось преодолеть еще одну стену. Твоя монстрификация прогрессирует. Медленно, но верно. Ты становишься поразительно сильным. Гарроу, если ты будешь следовать моей тренировочной программе, то сможешь стать равным. Нет, даже куда более великим, чем лорд Орочи. Так давай же объединимся. С моей помощью ты станешь сильнейшим монстром на свете. И вместе мы сможем искоренить героев с лица земли. Я могу воплотить твою мечту в реальность. Хорош совать свой нос, куда они просят. Хрена с два меня увидит работающим заодно с кем-то вроде тебя. Кажется, ты не так понял. Стоило тебе попасть в поле зрения моего глаза, как ты уже потерял всякое право на отказ. Больше всего на свете я ненавижу сволочей вроде тебя, смотрящих на всех сверху вниз. Словно с какого-то насеста. Так и хочется скинуть их вниз. Довольно смелое заявление. Для того, кто не может пошевелить и мускулом. Узри же, это мои психонокинетические силы. Они посягают на владение самого Бога, превосходя даже силу двух знаменитых ведьм мира эсперов, Тацумаки и Фубуки. Ха-ха-ха.
Мало-помалу. Я начинаю привыкать к ней. Как тебе удается двигаться? А? Хер его знает.